Здравствуйте, моя младшая группа и уважаемые зрители. Сегодня мы делаем наброски птиц. Я выбрала утку и, возможно, одного гуся. Вы можете другое выбрать. Дело в том, что птицы – это вообще неугомонные существа. Они носятся, как только могут. А и что делать в данной ситуации? Как вообще можно нарисовать? Вот если мы будем на природе, то надо начать одну утку, рисунок одной утки в данном случае, потом немножко другой утки, потом третьей утки, а потом, когда эта уточка придет или какая-то подобная в такое же положение, продолжить. Мы с вами работаем на бумаге, на белой, и у нас карандаш, если вам это нужно, чуть-чуть наметить. И фломастер затем черный или маркер. Итак, мы начинаем. Что мы делаем? Мы по листу разбрасываем, как бы вам сказать так, ну, наверное, как будто это орешки такие, зерна от абрикосов. И вот мы начинаем раскидывать. Чуть-чуть мы это место, большие, маленькие орехи, как будто мы на берегу реки. И у нас тут где-то эти орешки порассыпались. Вы когда по клязьме гуляете, кто-то кормит уток хлебом, хотя им это не полезно, тем не менее кормят. И они быстро-быстро-быстро забирают, уплывают. И вот мы с вами, значит, смотрим. А что значит вот раскидать вот эти формы абстрактные, похожие на орех? Тут есть песенка такая у Буратино. Птичка, птичка польку танцевала на полянке в ранний час. Хвост налево, нос направо. Это полька-карабас. И вот у нас хвост налево, нос направо, вот тут и будет осуществляться. То есть наши утки то хвостом к вам повернулись, то боком, то вперед смотрят. И вы, думая об этом, немножко раскидывается, потом начинаем прорабатывать уток. Получается, что мы еще должны крылья с вами сделать. Голова у нас, естественно, меньше. Ну и шея какая-то уток есть. Она такая клешенная к телу шея. И вот мы начинаем с вами работать. И лапки. Вот лапки начинаются, если мы их будем делать не там, где грудка и тут же лапки, а туда, ближе к хвосту, когда уточка стоит или ковыляет, значит, вы об этом тоже не забудьте. Значит, не делайте лапки очень впереди. Это не кошка, это утка. Так, итак, начинаем. Чуть-чуть раскидали капельку и начинаем делать. Где-то лапки определили, где надо. Вот. И начинаем с вами работать. Где утка, где гусь, где-то так. Глаз близко к клюву. Крылья. Лапки. Близко к клюву делаем. Загнула, допустим, утка голову как-то. Или в крыло ее опустила. Хвостик маленький, утка не павлин.
Ну, вот как-то так. Наброски уток. Вот вы попробуете тоже сами попридумывать свои утки. Просто утки подгибают головы. То прямо стоят, то вы прямо на руку свою смотрите для этого. И так себе представляете, что вы это уточка, или ваша рука это утиная голова. Всего хорошего. До свидания. Жду на следующих занятиях.